上当的子弹，一段破碎的剧情是否还会如期上演？下一的是松动着难过的画着十字，漫长深夜中的窗帘摇曳，心神不安，等待着命运之轮解锁，别在一旁沉默，什么暴风骤雨全都经过，就算已被嘲笑声淹没，也有勇敢的坐着抒情表演。那天传来的作证音，有过犯下的错位，复杂的是非结果，留给以后慢慢被愈合。环境的笑，同一个世界有看到的后就变温柔。握住命运之轮，冲破禁锢之门，虔诚的笑多诚恳。与你生死共存，爱拯救了世人，结局却太残忍。Цинь-цянь, как там, босс? Неплохо. Врач сказал, он нездоров, ему нужно побыть в больнице. Такой хороший человек остался один после смерти жены и сына, а еще и болезнь Альцгеймера. Судьба так жестока. К счастью, он оптимистичен. Да. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани продвинуть наш гостевой дом. А, еще Сянлин выпивает там. Сянлин? Лонг-Айленд Айсти для каждой. Они довольны? Напитки? Если ты раскроешь ему свое сердце, думаю, у тебя все получится. Ты ведь очень милая и красивая девушка. Мне кажется, я ему тоже нравлюсь. Но его отношение ко мне довольно странное. У девушек хорошая интуиция. Не думаю, что ты ему не нравишься. Думаю... Что ты имеешь в виду? Ну давай же, скажи скорее! Думаю, он соблюдает приличие. Соблюдает приличие? Наверное, он самоуверенный человек. Он хочет, чтобы вы стали ближе. Выпендривается. Разве... Ну, как же так? Конечно. Почему пьете днем? О! Ты здесь! Давай выпьем! Я задал вопрос: почему ты пьешь? Почему ты кричишь на нее? Лин, сейчас подходящее время признаться ему в любви. Не хочу тебя задерживать. Увидимся. Ну, пойдем вместе. Твоя интуиция тебя не обманывает. Соберись с духом после выпивки. Давай, у тебя получится. Не упусти шанс. Вперед. Будь уверена в себе. Пока. Все еще пьешь? Да кто ты такой? Ты мне кто, парень? Я. Ты не мой парень. Тогда почему ты кучаешь мне? Если ты не мой парень, не вмешивайся в мои дела. Хочу еще Осторожно. Выпить.
Не мешай мне! Слушай, если хочешь вмешиваться в мои дела, будь моим парнем. Что ты делаешь? Отпусти меня! Не двигайся! Почему появилась из ниоткуда? Напугала. Цинцянь, ты должен меня подвезти сегодня? Ну уж нет. Какая невежа, я разрешал садиться. Ну и что? Не переживаешь за жизнь? В любом случае, я очень быстро езжу, держись крепко. Во-первых, я знаю, что ты умеешь кататься. А во-вторых, у меня нет шкалы времени. А ты мастер времени с безграничным временем. Так что нам не стоит говорить о жизни. Верно? Звучит разумно? Ладно. Тогда крепко держись за меня. Здравствуйте. Вы постоялец или за чаем? Я ищу Сянлин. Сянлин, а вы кто? Мы живем вместе. Мы все живем в доме Цинцяня. Сянлин пьяна. Цинцянь отправил ее наверх. Что ты делаешь? Цинцянь, ты мне так нравишься. Интуиция говорит мне, что я тебе тоже нравлюсь. А я не пьяна. Я хочу, чтобы это придало мне храбрости. Я трезвая. Цинцянь, я знаю, ты волнуешься из-за того, кто мы. Думаешь, мы не можем быть вместе? Но если мы оба нравимся друг другу, нам не нужно об этом беспокоиться. Если я тебе нравлюсь, мы должны быть вместе. Ты права. Я переживаю из-за этого. Правда? Я хочу быть с тобой, но не осмеливаюсь. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Если ты не видишь шкалу времени моей жизни, значит, я проживу долго. Если в будущем я стану уродливой старухой, и ты не будешь любить меня и захочешь уйти все равно, я не буду тебя винить. Лин, если кто-то любит, не будет думать о внешности. Так же и с друзьями. Ты будешь скучать и заботиться о них. Но с мастером времени не получится. У нас нет друзей и семьи. Мы не можем оставаться на одном месте долго. Мы должны плыть по течению. Меня это не волнует.
Я готова пойти на это. Ты моя семья. Вы должны поехать в другой город? Сириэль попросил нас это сделать. Вы не можете быть хозяевами своей жизни? Лин. Сириэль оживил нас. Мы его посланники. На самом деле, он не совсем с земли. Он вынужден остаться здесь на какое-то время. Ему нужна помощь других, чтобы поддерживать энергию. Это работа мастера времени. Лин, если Сириэль поправится, это приведет к другой возможности. Вероятно, в конце концов, мы просто исчезнем. Я слишком много выпила. Все, что я слышу, это моя иллюзия. Секанмин, пожалуйста, отправь ее обратно и позаботься о ней. Отдохни хорошенько. Давай все обдумаем. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Если ты не видишь шкалу времени моей жизни, значит, я проживу долго. Если в будущем я стану уродливой старухой, и ты не будешь любить меня, и захочешь уйти, мне все равно. Я не буду тебя винить. Дурочка моя. Время прошло. Почему нет трансляции? Осторожно. Я в порядке. Ты редко пьешь. Что, если тебя вырвет? Отправлю тебя в комнату. Я умею пить. Я только что выпила маленькую рюмку. Не проблема. Принесу тебе воды. Нет, спасибо. То, как ты обо мне заботишься, напомнило мне моего папу. Он уходит? На этот раз у Цинтяня сильный соперник. А еще соперник, его босс. Ну что ж, будет непросто. Ставку сделал? Как думаешь, кто победит, Секанмин или Цинтянь? Я думаю, Секанмин. Почему? Потому что он высокий. Надеюсь, никто из них не выиграет. Понятно. Хочешь, чтобы они сражались друг с другом? Чтобы ты стал победителем? Байдзе, это сложно представить. Надеюсь, обычный мужчина сможет влюбиться в Лин. Тогда у нее будет мирная и счастливая жизнь. Тебе не понять этого. Ты прав, я ничего не знаю. Зачем мне это знать? Нужна ли такая жизнь? Скукота! Да!
На сегодня все. Не забудьте на меня подписаться. В чем дело? Неважно. Сначала иди переоденься. Вы показывали их другим? Конечно, нет. Добро пожаловать. Привет. 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 Ты выглядишь так... Как? Так невероятно. Спасибо. Ты тоже красивый. Здесь две чашки карамельного макиато. Простите, я не заказывал. Я заказала для тебя. Угощайтесь. А вы интернет-знаменитость? Не говорите. Тиффани. Вот почему вы так и выглядите. Вы двое подходите друг другу. Могу я вас сфотографировать? А? Можно? Давайте, смотрите на меня. Поближе. 1, 2, 3. Хорошо, угощайтесь. Почему ты заказала мне чашку карамельного макиато? Из-за названия. Макиато в переводе с английского означает бренд. С верхней частью карамель, а она означает счастье. Надеюсь, мы сможем быть счастливыми. Изысканно. Никогда не думал, что в нем столько всего интересного. Тиффани, ты такая особенная. Его нельзя размешивать перед тем, как пить. Для начала нужно выпить сладко-молочный карамельный крем. Потом выпей сладкое молоко с ванильным сиропом. И в конце попробуешь экспрессо с сильным ароматом. Выпью чуть попозже. Следующий угощаю я. Договорились? Не забудь. Не забуду. Кстати, хочу сделать подарок. Это тебе. Что на ужин? Что на ужин? А что ты хочешь на обед? Доброе утро. Доброе. Привет. Выпей медовой воды, полезно. Спасибо. Наша печень выводит токсины из 80% алкоголя. Чем больше будет работать, тем сильнее она устанет. Чем больше помидоров, тем активнее ее функции. Сначала выпей медовой воды, это полезно. Сначала помидоры. Нет, сначала вода. Сначала помидоры. Сначала вода. Так, хватит. Вы что, эксперты в том, как справиться с похмельем? Не твое дело. Сначала медовую воду, хорошо для кожи. Сначала помидоры. Хочу воды. Тебе решать. Они уходят. Как шумно. Сегодня закрыто. Пожалуйста, приходите в другой день. Я сказала... Если вы пришли, магазин открыт. Господин Сиканмин, пожалуйста, заходите. Как он мог стать еще красивее? Господин Сиканмин, что желаете? Кофе? Чай? Или меня?
Я шучу. Американо, латте или капучино? Сладкий или горький? Или... Садись. Прошу, садись. Я пришел к тебе. Ко мне? Моя мечта сбылась? Он влюбился в меня, собирается встречаться со мной. Нет. Я здесь, чтобы спросить тебя, Алин. О, нет. Ладно, спрашивай. Я отвечу, если буду счастлива. Ты достаточно счастлива, чтобы ответить мне? Нет, я ничего не хочу говорить. Как сделать тебя счастливее? Сфотографируемся. Улыбнись. Пожалуйста. Вот так. Продолжай. Она рассказывала что-нибудь о своем прошлом. Или же о родителях. Мой голос низкий. Боюсь, ты меня не услышишь. Так что сяду рядом, чтобы ты понял. Лин была сиротой в раннем возрасте. Она росла в приюте Дзинчжоу. Вроде она никогда не упоминала своих родителей. Детский дом Дзинчжоу. Хорошо, спасибо. Что? Уже уходишь? Так быстро. Он классный и красивый. Прямо как гений. Чем он круче, тем больше я его люблю. Потрясающий! Красивый! Установить на рабочий стол. Дядя Джи! Я принесла ваш любимый десерт. Что, вкусно? Конечно! Вам он нравится. Я запомню, ты приносила мне его раньше. Так мило. Ты подходишь моему сыну. Сегодня шоу. Хочешь посмотреть? Хорошо. Давай, зайдем внутрь. Сюда, пожалуйста. Босс, босс, не ходите туда. А теперь я хочу спеть особенной девушке.